Да сбудется реченное Господом через пророка. Матфея 2:15. Не в роскошном дворце, окруженный вниманием прислуги, под узорами сводов просторных, богатых палат. Нет, не там. Не стелили постель твоей матери слуги. И не знаю, был зван ли кто первые роды принять. Я живу на земле, с той поры много лет миновало. Есть одежда и обувь, и дом есть, и в доме есть хлеб. А тебе же не знаю, имел ты хотя бы одеяло. И, конечно, не так много блюд составлял твой обед. Я не видела, Господи, первой твоей колыбели, и не знаю, кто высек из камня те ясли скоту, полевую траву или солому туда постелили, и готовым приют на земле был младенцу Христу. И не знать мне, что было на сердце тогда у Марии, когда время пришло в Вифлееме ей матерью стать. Может, было смущение, чужбина и хлев, и Мессия? Но я думаю, женщина эта не стала роптать. Она голос когда-то слыхала. «Не бойся, Мария, родишь сына, он вырастет, будет велик он и свят, будет царствовать вечно, Иисус ему имя, Мессия». Этот голос надежды звучал ее сердцу опять. И пророки глаголили, девушка, мужа не зная, примет с неба от Бога. Родится святое дитя, чтоб свободу народу Израиля дать, оживляя край пустынный, уча их священным Господним путям. Миновали столетия, остались часы и минуты. О, Израиль, шалом тебе, Бог исполняет обет. А усталый Иосиф и женщина ищут приюта, и повсюду ответ: места нет, места нет, места нет. Солнце скрылись лучи, в небе вспыхнули звезд мириады. Вот она, бесподобная, чудная, дивная ночь. Ты нашла ли себе кров от ночной палестинской прохлады, Сына Божьего мать и Израиля первенца дочь? О, нашли, места хватит, взгляни, дорогая Мария. И Давида потомок, посыпанный пылью дорог, улыбнулся устало. Напрасны мечты и усилия, вот какая гостиница, лучшей сыскать он не смог. А на небе готовятся к пению ангелов хоры, на земле меч острит для убийства младенцев палач. Мудрецы на востоке пленяют звездой свои взоры, а в Леву Вифлеемском ребенка звучит громкий плач. Мы не знаем, кто первым склонился к святому дитяти, кто ухаживать стал, кто Марии помог спеленать. Беззаботная крошка, дитя как дитя, спит да плачет. Ах, великая тайна, не всем и дано ее знать. А там выси поют. Сколько тысяч в небесном том хоре, мне бы слышать то пение. Как счастливы вы, пастухи, почему же вы в страхе боитесь поднять к небу взоры? Мир земле, Бог рожден, он пришел умереть за грехи. Ночь, о, ночь, ах, Израиль, окутанный тьмою, ведь так много пророки вещали тебе о Христе. Вот родился он ныне, но ты кровожадной толпою Сына Божья казнишь, как злодея распнешь на кресте. Ему нужно вот так в Вифлееме по слову родиться. Ему надо в Египет от Ирода злого бежать, а затем в Галилею ему надлежит возвратиться, чтоб его Назареем по слову
могли называть. Ему надо скитаться без дома, без крова, без пищи и ночами молить, пережить Гефсимании жуть, врачевать и спасать, проповедовать знатным и нищим и на той, на Голгофской вершине окончить свой путь. Вот иду, он сказал, чтобы исполнить отцовскую волю, чтобы ад победить, чтобы жало у смерти отнять. И вот первые дни, вот начало божественной доли. Вифлеемские ясли, дитя, пастухи, дева-мать. Много было и есть, кто великим хотел называться, и кто имя Христово святое пристроил к себе. Но как мало есть тех, кто там в яслях желают рождаться, стать младенцем смиренным, но жить, словно воин, в борьбе. Кто за имя Христово готовы терпеть поношение и идти, все оставив за акцем тернистым путем, где презрение и боль, испытания, невзгоды, лишения, видя верой лишь лучшее, сердцем стремясь в вечный дом. Слава Богу!